Всем привет, ребята! Сегодня как бы очень интересный день. Ну, как бы для Савели он всегда такой. Всем привет! Юху! Да, привет, юху! Ой, короче, сегодня у нас день Савели! Юху! Да, что-то как-то, по-моему, странновато ты выглядишь сегодня. Почему? Ну, не знаю, вроде нормально. Ну что, где антистрессы? Это что за звук? Не знаю. Не знаешь. Ладно, Савели. Ты готов? Да. Та-дам! Это что? Ой, упал. Это что? Кекс с ушами. Сам ты кекс, только с глазами. Это домик разбойников. Каких разбойников? Ну, из Бременска. Ты сам это сделал? Заказал. Где? Да на Алиэкспрессе, ё-моё. Угу. Да, в принципе, прикольно, конечно. Я не знаю даже, откуда это у меня, но... Угу. Кстати, куда ты? Вот, короче, как-то так-то вот. Я понял. Скукотища. Скукотища? Угадай загадку. Какую? Кто проживает на дне океана? Спанч Боб Сквепенс. Вот он, смотри. Прикольно. Только он нарисованный ведь. Ну и что? Не важно же, нарисованный ли он или нет. Все равно красивенько ведь. Угу. Кстати, давай я тебя плоту. Ты давно не мылся. А чего? Ты же давно не мылся. Тебя нужно потереть. Все, фейкот. Боюсь я твоих шуточек. Да. Ну, ладно. Кстати, Савели, я тут с опозданием, правда. Ну, с 23 февраля тебя. Ну и что? Лучка тебе. Вот. Защитник. Спасибо. Угу. Ясно. Короче. Что лучки, что конставалы. Тебя не устраивают, да? Нет. Ладно. Пришел я тут к вам попросить кота угоститься им. Скорее вы меня, пожалуйста, купите по выгодной цене на Алиэкспрессе специально. Закажите его мне. Нет. Ну вы кот. А, вот. О, точнее, вот, ежик зелененький. Это, конечно, прекрасно, да? Ну смотри. Заклюю. В смысле, заезжу. Короче, не знаю, как тут. А вы подписались на канал? А? Подписались? И лайк поставили? Поставили лайк, я спрашиваю вас. Вы поставили лайк? Да, ну в принципе, прикольно. Не прикольно. Не прикольно. Ну ладно. На. Кот, это какой-то. Какое-то яйцо? Это не яйцо, это поплавок. Поплавок. А похоже на яйцо? Вот, смотри. Прыг-скок, прыг-скок, прыг-скок. Ой-ой-ой-ой-ой. Прыг-скок, прыг. Ой. Да ё-моё. Да ё-моё. Куда, как тебя? Прыг-скок, прыг-скок. Эй-эй-эй-эй. Куда? Прыг-скок, 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 прыг-скок. Прыг-скок. Все, прыг-скока нету больше. Да, а что-то нет сразу. Есть, конечно же. Да. Но. Ладно. Смотри. Вот. Попыт полванный. Ну какая разница, полванный ли он или нет. А, прикольно ведь. Подушка. Эй, Соня, вставай. Я не Соня, я Савели. Ну, Савели, вставай. Сейчас, короче, Савели. Сейчас у меня будет для тебя подарочек. Вот, смотри. Это что? Осьминог! Это не осьминог, это Сквидопопс. Сквидвард Попс? Да, Сквидвард Попс. Смотри. Спасите! Пошли. Пошли, есть конфеты. Помогите, ребят. Помогите. А ну стоять. Там классно. Ты чего? Да так, ничего. Ну и весело. Угу. Савели, вот ты мечтал о обуви? Мечтал. Так что вот. Ты совсем? Может чайку? А может быть без чайку? Ой. Ой. А что это я тут делаю? Помогите. Я застрял. Я застрял. Не застрял ты. Я сейчас тебя попробую вытащить. Хотя, в принципе, давай. Ребята, да, ходят легенды о таком большом ботинке.
Сейчас на некоторые города ходят большие ботинки. Где конфеты? Ты все равно у меня лучше. Да не, у меня лучше. А что у тебя там лучше, а? Да так вот, ничего, просто лучше. Лучше, значит, лучше. Все. Так, убиваем этот твой ботинок. Все, мне кажется, я больше не буду носить ботинки. Ладно. Зато у тебя есть... Чего? Змея! Это не змея, это игрушечная змея. Страшная. Смотри. Ты что, совсем? Ладно. Короче, смотри. Симпл-димпл? Ну да, а что? Скукотища. Да что ж такое-то, а? Ладно, Свили, на. Это что? Это черепаха. Черепаха? Сколько черепаху? А, сейчас прям. Ну, понимаешь, на что я намекаю? Намекаешь? Да, сейчас прям. Куплю тебе черепаху, ага. Ну чё, как тебе? Классно, но если бы она была живая, тогда было бы веселее. Ладно, вот тебе еще одна черепаха. Еще одна черепашка? Ну да, а что? Да ничего, просто, а почему она такая странная? Похудела, ясно. Ну, Фэклос, ну купи кота, вот у всех уже есть, а у меня нет. И даже у Джека Балабья нет. Ну вот видишь. Хорошо, ладно, Фэклос. Это был мой последний шанс. Какой последний шанс? Короче, слушай. Ну купи кота быстроногого, ведь я его очень хочу. Ну пожалуйста, ты купи кота, он нигде не продается. Купи. А мне все равно, а мне все равно, не куплю тебе я кота. Ну почему? Ну почему ты не купишь мне его никогда? Потому что, ладно, Фэклос. Может возьмем котенка? Нет. И крысенка? Нет. И мажонка? Нет. Мороженку? А может возьмем собачку? Нет. И кикарочку? Нет. И шоколадку? Нет. А может быть возьмем жирафа? Нет. И покрутим шалфик? А может возьмем бегемота? Нет. Нальем компота? Нет. А может возьмем мы... обезьянку? Нет. А может быть гориллу? Нет. А может быть Мерила? Нет. А может быть Кирилла? Какого Кирилла? Не знаю. А может быть возьмем... не знаю. А может быть возьмем кота Матроскина? Нет. Короче, он у меня для тебя есть это. Это кто, ёжик? Да. Но мы из него сделаем кота. Как мы из него сделаем кота? Ну как? Мы должны сейчас вот набрать один лайк. И вот уже 14 числа попробуем из этого сделать кота. А сейчас готовься. Абракадабра! Ой. А что, по-моему, прикольненько. Только, Свили, а ты где? Да. Куда ты улетел? Ладно, ребят, в общем, вот такое вот видео получилось. Всем пока. И до новых встреч.